Вот так. Я вижу в ростовчанах, в своих соседях, огромный потенциал к созиданию, и он растрачивается зря. Черт возьми, мы вкалываем на заводах и в ресторанах, в школах и в больницах, гнем спины в офисах, а нас дразнят лозунгами про стабильность. Но мы видим реальность каждый день. Телевидение внушает веру, что через 10-20 лет будем жить хорошо. Все вранье, и мы начали это осознавать. Выбери тех, кто делает не в будущем, а уже сейчас. 9, 10 или 11 сентября потрать 5 минут и поставь галочку «За Берадзе». Сделай шаг ради себя и близких, сделай вместе с ними. Выбери жизнь, которая поднимается вверх, а не летит по наклонной. Выбери того, кто тебя слышит и делает. Вот так. Вот так.